Я житель города Днепропетровска, создатель группы «Днепропетровская Народная Республика» в социальной сети ВКонтакте. В августе 2014 года я уехал в Крым, где установил связь с руководством ДНР, Денисом Пушилиным, таким вот. Он предложил мне встретиться в Севастополе с человеком под позывным «Гюрза». Во время встречи он предложил вступить в ополчение ДНР, пройти боевое обучение на военной базе под Севастополем. За участие в боевых действиях, со слов «Гюрзы», я буду получать $1000 гонорара в месяц. Но я отказался, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Также в Крыму я встречался с такими представителями с разными представителями спецслужб России, которые очень интересовались возможностью использовать группу мою в соцсети ВКонтакте для распространения нужных им новостей. Ну, на самом деле я не знал, что и как это, а потом только узнал, что это спецслужбы. Вот так оно и было. По их просьбе я добавил в редакторы группы аккаунт представителя служб, после чего они самостоятельно размещали материалы сепаратистского характера. Я искренне раскаиваюсь в том, что способствовал информационной войне против Украины. Призываю всех блогеров, администраторов групп в социальных сетях, не будьте игрушками в руках пропаганды других государств. Тщательно фильтруйте новости, которые распространяете, и проверяйте их.